Всем здорово, сейчас я вам покажу, расскажу, как поставить на свой рабочий стол любые анимированные обои и не только, как настроить программу, как разобраться в интерфейсе, также посмотрим, сколько эта программа жрет FPS, потому что анимация в любом случае хоть как-то будет действовать на ваш ПК. А суть этой программы в том, что вы даже 10-гиговое видео можете поставить себе на рабочий стол, которое будет отснято в 8К, и тогда любой комп умрет в принципе. И расскажу, как и где ее купить в нынешние времена, когда особенно Steam пополнить очень сложно. Программа эта называется Wallpaper Engine, она есть в Steam, и стоит она тут 250 рублей. А 249, если быть точнее. В чем суть этой программы? Вы можете поставить себе абсолютно любые обои на рабочий стол, анимированные, которые заранее были подготовлены другими пользователями. Эти обои тут, разумеется, можно настроить, скорость произведения, тут много в каких обоях. Сразу же есть музычка атмосферная, подходящая, которую я всегда выключаю. И, например, если зайти в мастерскую и просто поставить разрешение 4К, то тут будет 1000 страниц с обоями, и, скорее всего, их гораздо больше. Просто понятно то, что до 1000 страницы вы все равно не долистаете. Одних только обоев из игр 809 штук под 4К. Если поставить популярные разрешения, то будет уже 5000 страниц. Найти тут можно, разумеется, абсолютно все, что угодно, неважно, что вам нравится: игры, фильмы, автомобили, девушки, не знаю, велосипеды, мотоциклы. Здесь вы абсолютно все это сможете найти. Может быть, какие-нибудь залипательные вот такие картиночки вам интересны, их тут тоже очень много. Но эти все я скачивал для того, чтобы настроить цвета на своем новом мониторе. Я себе новый моник купил сегодня, поэтому у меня много таких непонятных обоев. По поводу интерфейса, установлено это то, что установлено у вас. Тут тоже можно фильтры выбирать, разумеется. И мастерская. Тут все очень просто. Сначала нажимаете везде ничего, 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 ничего. Во всех разрешениях везде. Потом просто ставите любое разрешение, которое вам интересно. Ставите возрастной рейтинг. И просто тут можете поставить галочки «Все». Потому что если вы еще не знаете, что вам интересно, можете смотреть. Ну и да, кстати, вот если галочку «Аниме» убрать, тут будет в несколько тысяч раз меньше обоев, и все равно будет аниме. Но в этой программе можно бесконечно сидеть и смотреть, что вам нравится. По поводу производительности. Вот эти обои, где немножко анимирована водичка, в данный момент у меня жрут от компа 0,1% от процессора, 56 мегабайт оперативки и 0,6% от видеокарты. Давайте найдем что-нибудь посерьезнее. Что у нас? Сильвана посерьезнее. Тут уже прям почти все анимировано, что только можно. 4% от видеокарты уже жрет, а от процессора ровно столько же. Это настройки у меня стоят еще, кстати, не на ультрах. Ну, то есть все на ультрах стояло, кроме сглаживания. Если еще сглаживание поставить на ультра, почти ничего не меняется. Это при том, что обои сейчас у меня на двух рабочих столах, потому что у меня два монитора. Кстати, я полностью поставил минималки, выключил всю обработку, обои начали жрать в два раза меньше, хотя выглядят они почти примерно так же. Да, Rocket League у меня запущена для того, чтобы звук не багал. А, тут еще можно FPS выбирать. Я могу поставить ультра, видос, который весит 200 мегабайт. О, ничего себе. Да, я говорю, видео может жрать 13% от 3080 Ti. Но в этих настройках нет смысла, потому что ничего не изменилось. Все выглядит так же, но жрется очень много всего на свете. А так с видосом... А, ничего не изменилось. Видео в любом случае жрет очень много от видеокарты, поэтому видосы на вашем месте я бы не ставил. Хотя просто так позалипать можно. Или для фоточки. Самое интересное, самое важное, где купить, это, конечно же, как всегда, Платимаркет. На Платимаркете можно найти 1000 продавцов с огромным количеством отзывов, которые пополняют Steam с небольшой комиссией. Также есть просто эта программа за 200, 210, 215 рублей на том же самом Платимаркете. Я хотел поискать другие места, где можно ее купить, но уже не вижу смысла, потому что я уже 5, наверное, лет подряд рекламирую Платимаркет. Все берут, все нахваливают, никто не жалуется. Поэтому не вижу смысла искать другие места, где можно купить. Ну и да, все ссылочки, конечно же, будут в описании. Про еще одну очень важную настройку забыл сказать. Тут есть еще одна очень важная настройка. Она находится вот здесь, регулировка цвета окон. Вы ставите все. И, например, если вы ставите какую-нибудь желто-оранжевую картиночку, у вас сразу фон и значочки меняются на такой же. Если ставите какой-нибудь неоновый, тут он решил поставить на красный цвет. Не очень, правда, подходит. Но суть в том, что у вас еще и фон винды меняется под обои. Тоже очень удобно. И я не вижу смысла колхозить как-то винду,
просто поставили любые обои, и у вас винда стала такого же цвета, как и обои. Ну, примерно, это уже разработчик сам выбирает, какой цвет сюда воткнуть. Да, работает это на всех обоях. А с Сильваной и с Сильваной работает. Все везде работает. Ну и как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видосы и стримы. Всех люблю, всем спасибо за то, что смотрели. Всем пока.